от пятой платформы. Настроение на завтра, когда мы все пойдем на пары после вокзала. У меня тут билет кипит. Два вопроса осталось. Мы в Питере! Ура! Гарри Поттер! Ксения Михайловна, может, вы подойдете ко мне? Поздоровайтесь с нашими зрителями. Я какая-то взбалмошная сегодня. Ну, видимо, будет интересное видео. Она не менее взбалмошная, чем я. Этим мы и притягиваемся. Нам дали очень крутой номер. Вот когда приезжаешь налегке с одной сумочкой, то дают огромный номер. А когда мы тогда в прошлый раз приехали с двумя чемоданами, это было вот что-то вот такое. Вот. Нам нужно скорее отсюда выбираться, потому что мы начинаем сходить с ума. И мы идем кушать. Ты такая голова большая. Спасибо. Твоя невеста, честная, честная ее. Я буду вместо нее. Твоя. Мы когда в прошлый раз сюда приезжали, у нас тоже было очень взбалмошное настроение. И мы думали, что это стены номера так влияют. Ну, возможно, кто-то жил с плохой энергетикой или как-то что-то. Но сейчас мы приезжаем сюда еще раз и понимаем, что это не стены номера, а это мы сами. Просто мы, когда приезжаем сюда, как-то наш дух. Черствеет. Нет, он, наоборот, вылазит наружу. То есть все то, что мы таим глубоко где-то внутри, мы материмся, как сапожники. Мы ведем себя очень неадекватно. Но это классно. Короче, мне кажется, что я завтра умру. Мы идем кушать в наше сакральное место, в ресторан, о котором я говорила в питерском влоге. Если вы его еще не видели, обязательно посмотрите. Это отдельный трэш-угар. Вот, я вам его покажу сегодня. Блин, я потому что не показала так и в том видео. Сейчас покажу. Вот так вот. Ксюша съела острый салат. Так, а вот этот ресторан. Я не знаю, как вам показать. Просто это лицо. Знают уже всех официантов здесь. Тайский салат очень острый. Это самый... Да, кстати. Вот это самый вкусный бургер с курицей, который я когда-либо ела вообще в своей жизни. Просто наши подходы к жизни, да. Скоро за Питер можно говорить. Что он несет? Ля-л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 я-
А у тебя нету крабика никакого? Не-а. Блин, ладно. Завитушка. Мне надо сейчас посмотреть, насколько локоны сзади моей башки накрутились, потому что я не вижу. И потом я пересмотрю это видео и узнаю. Легенда разрушена, я обезоружена.
очень нужен мне. Нас стало заметно больше. Она волнуется. Всем привет, друзья! Мы группа Анна Тарас. Мы сегодня приехали к вам из Москвы. Как ваше настроение? Хорошо. А теперь наоборот, девчонки молчат и кричат: парни! Я услышала мое это слово. А вот мы после концерта, и мы пришли в наш любимый ресторан, где будем сейчас пить на пары. Это реальная жизнь, когда ты не только дома тухнешь, а взял и сгонял на один день в другой город, сходил на концерт любимой лучшей подружки, а потом вы с ней пришли в любимый ресторан и пьете любимые коктейли. Понимаете, вот это я понимаю жизнь. Так что всем советую. Ничего страшного, что мы завтра будем умирать на парах. Самое главное — это эмоции, которые мы сейчас испытываем. Так что, дорогие друзья, я вот вас призываю. Концерт прошел хорошо. Спасибо всем, кто пришел. Питер классный. Вот это называется зомби. Здесь три вида рома и какие-то сок, типа манго, что-то там, да. Ну, короче, да. И водичка. Вечер перестает быть томным. Oh yes. Невский. Еда, алкоголь. Все прекрасно. Штучка. Я никак добрую. 5:52. Друзья, доброе утречек. Пора ехать в Москву. Честно говоря, очень под вопросом то, что я пойду сегодня на пары. Я пойду. У тебя нет выбора, а я разгильдяйка. И вот я дома, как вы видите, у меня немножечко сорван голос после вчерашнего, но ничего, это пора идет. Вообще, я сегодня хотела пойти в универ на пары, но я понимаю, что нет, я не смогу, у меня сегодня 4 пары, и я не смогу отсидеть их все, потому что я спала сегодня 4 часа, обычно я сплю где-то 9, 10, 8. 4 часа это очень мало. И, короче, я решила, что сегодня я устрою себе выходной. И, скорее всего, я сейчас прямо лягу спать. Так что мы с вами увидимся, когда произойдет что-то интересное. Спасибо большое вам за просмотр. А также отдельное спасибо тем, кто был на нашем концерте в Питере. Вы классные. До новых встреч!